Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня хочу снять обзор на планшет Asus ZenPad 10, купленный за 1000 рублей, вроде бы, осенью 2017 года. Короче, в комплекте был только вот сам планшет, ничего к нему не было. Вот так вот он выглядит сзади. Но это уже у меня отлетело. Вот Intel. Процессор стоит Intel. Четырехъядерный с частотой 1200 МГц. Тут, наверное, для док-станции контакты. Ну, в таком вот состоянии. Бодрым. Камера. 2 мегапикселя. Так, тут у нас еще для симки есть и для карт памяти. Ну, в общем, там видно. Планшет, экран 10 дюймов. 10.1, точнее. Матрица стоит IPS. 2 гигабайта ЗУ. 16 гигов встроенной памяти. Плюс карта памяти. Можно еще вставить. Есть стереозвук, что, кстати, это очень удобно, потому что я на этом планшете раньше смотрел много видео на ютубе, сериалов всяких. И у него стереозвук. Так, фронталка тут и датчик какой-то. Ну, там такое, как будто это датчик. Ну, вроде там есть, да, датчик освещенности. Правьте меня, если не так. Не видно, наверное, датчик там. Но он, короче, от камеры, рядом с камерой. Вот, фронталка, наверное, 0.3. Тут громкость, тут кнопка включения и вот такой вот оскол. Это у меня тоже произошло. Куплен он был осенью 17 года и неоднократно он меня выручал. Сейчас я им уже, к сожалению, не пользуюсь, но, точнее, редко пользуюсь. Вот сам планшет, давайте яркость поставим побольше там, где она. О. Вот тут сам планшет. Вот время, во сколько я снимаю. Достаточно яркий экран. Ничего не лагается, очень быстро. Сейчас я вам покажу здесь настройки, где они. Ну, вот еще такие вот пятна. Не знаю, от чего они. Может, влага попадала, хз. Но это, в принципе, не мешает ему работать. Все отлично видно. Вот, в общем, модель Android 5.02. Кстати, у Артема Памшева в точности такой же планшет. Хороший, в принципе, планшет. Удобный экран, вот хороший у него. Яркий, видно. Вот стереозвук сейчас протестирую. О. Так, ну, в принципе, вот как-то так он играет. Сейчас давайте так какую-нибудь игру запущу. Их здесь очень много. Раньше я скачивал все подряд с Play Market. Не знаю даже, что запустить-то. Вот эту. А, она без нета, по-моему, не работает. Ну, в общем, ладно. Вот, с планшета, короче, даже можно смс-ки отправлять, звонить нельзя вроде как, только смс-ки и интернет мобильный. А, ну, да, без нета не работает. Сейчас тогда Соника попробуем. Я играл на нем именно в эту игру. Ну, первая игра, короче, которую я тут играл.
Жаль то, что вот он не обновляется дальше пятого андроида, потому что он, в принципе, не лагает. Ну, вот он у меня вообще не лагает. Не знаю, может, у кого-то лагает там. Еще вроде к этому планшету такая была как клавиатура, то есть он ставился, вот тут там контакты есть, сбоку я показывал, ставился и вот загрузилась игра. И короче, прям как нетбук получалось. А, нету больше. Ну короче, ничего не лагает. Но я особо играть не умею, тем более через камеру играю. Мне не особо как бы удобно сейчас. Ну, надеюсь, там видно что-нибудь. То, что ничего не лагает. Сейчас еще геймплей запишем. Раки какие-то. Ну, короче, прикольная игра. Советую, так сказать, ее поиграть. Вот, короче, как-то так все это работает. Еще Real Racing хорошо тянет. Вот в асфальте, восьмом, что ли, вот он подлагивает, да. Подлагивает, бывает, на поворотах. Вот. Но это не критично, опять же, играть можно. Сейчас вот все играбельно, как бы вообще никаких фризов, тормозов нету. Вот, короче, такой вот планшет. Не знаю, что вам еще о нем сказать, что он не переворачивается. Короче, советую его к покупке, тем более за такие деньги, за 1000 рублей или за 1200, но разница вообще небольшая. Это отличный планшет, потому что нас в Нижнем Новгороде продают за 1000 всякие китайские Дигмы, Ирбисы, Декспы, а тут Asus, и достаточно производительный, достаточно шустрый. Так что вот, очень хороший планшет. АКБ вот, кстати, да, у него АКБ быстро садится, если, допустим, играть или какой-то фильм смотреть, хватает где-то часов, ну, на 5-6. Потом приходится заряжать. Но я где-то 2 раза в день заряжал. Вот. Ну, планшет, потому что как-никак. Ну, в общем, вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Я комментарии читаю, я всем отвечу. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.